Счет не в голах, а в сломанных креслах. Синяками и ушибами болельщиков окончился очередной матч ивановского клуба «Текстильщик». Игра проходила на выезде во Владимире. Красно-черные встречались на поле со своим заклятым соперником – командой «Торпедо». В перерыве между таймами один из болельщиков местного клуба выскочил на поле и сорвал с трибуны гостей баннер. Затем, не покидая игровой площадки, жестами спровоцировал болельщиков «Текстильщика». Разъяренные фанаты обоих клубов выбежали на поле и завязалась потасовка. Стороны растащили только сотрудники ОМОНа. Зачинщик и самые агрессивные болельщики были задержаны полицией. Несколько кресел на разных секторах оказались сломаны. Между тем, сам матч «Текстильщик-Торпедо» завершился нулевой ничьей. Поведение болельщиков во время игры будет рассмотрено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в среду. Что грозит клубам, сказать пока сложно. Нужно установить сначала точно, что произошло, кто виноват, была ли провокация со стороны кого. В таких случаях, как правило, на клубы накладывают денежные штрафы и, возможно, также, согласно дисциплинарному регламенту РФС, такая санкция, как дисквалификация стадиона.